библиотеке встретились представители медийного сообщества «Химок» – журналисты, редакторы, писатели, общественные деятели. На повестке дня – динамика развития средств массовой информации. О новшествах, возможностях роста, позиционировании в информационной сфере представители медиасообщества поговорили в рамках встречи пресс-клуба химкинского отделения Союза журналистов Подмосковья. Сегодня 20-й пресс-клуб. Уже больше 5 лет он существует, организован специально для того, чтобы привлечь внимание химчан к медийному пространству. Сегодня тема о том, как отражается патриотическое настроение в средствах массовой информации. Кроме того, параллельно с этим тема о том, как отражается патриотическое настроение в живописи, в поэзии, в прозе. В ходе дискуссии коллеги по перу обсудили самые продуктивные возможности информирования населения. Уделили внимание материалам социальной направленности. В частности, обсудили, как не попасть на уловки мошенников, обезопасить себя и близких. И главное, как с помощью СМИ оградить людей от недостоверной информации. Участники встречи обсудили и другие общественно значимые темы. Поделились опытом, профессиональными историями из жизни, обменялись полезными советами. Встречи пресс-клуба в Химках проходят на постоянной основе. Елена Тараненко, Дмитрий Бочаров. Новости Химки ТВ.